Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Вот сегодня я снимала видео, как выбрать вот из такого количества огромного, у меня вот здесь разложены всякие сорта, как выбрать те сорта, которые мы начнем сеять в первую очередь. Я все рассказывала и показывала. Я говорила, что какие-то сорта, вот которые быстро-быстро у нас вырастут, я отложила в сторону и не буду их пока сеять. А какие-то я наоборот для себя вот решила, что буду сеять именно вот эти. Ну вот сейчас, раз у меня уже здесь они все разложены, я расскажу еще краткий обзор нескольких сортов. Несколько из тех, которые отложила, которые ранние, и несколько те, которые среднеспелые. Вот из тех, которые отложила, хочу вам рассказать о сорте «Белый налив». Все знают, что есть томат «Белый налив», это тоже скороспелка, но есть и перец «Белый налив». Вот про него написано: скороспелый, дает хороший урожай даже при пониженных температурах, высота 45-55 см. Если написано, что дает урожай при пониженных температурах, значит, его должны выбирать те, у кого нет теплицы и нет возможности создать более теплые условия для перца. Если он как согласен и на холодные условия, то значит, он подходит для регионов с коротким летом, с прохладным летом, у кого климат немножко жестокий для таких растений. Так, прочитаем. Скороспелый, 95-110 дней, сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение среднерослое, компактное, высотой 45-55 см, плоды удлиненно-конусовидные, в технической спелости кремовые, в биологической красные. Массой 60-70 грамм, толщина стенки 5-6 мм. Так. И назначение универсальное, хорошая завязываемость плодов при пониженных температурах. Вот этот сорт, похожий на него, есть сорт Венти. У меня есть видеообзор про него. Они сначала вот такого вот цвета, как салатового цвета, можно так сказать. Потом они делаются красные, конусовидные, дружные, все, очень урожайные. И эти вот сорта, это просто находка для тех, кто хочет выращивать перец именно в холодных регионах. Конечно, если вы живете где-то на юге, в южных регионах, там вы можете и позднеспелые сорта, мясистые, с огромными такими перчинами вырастить. Ну, вот сибирский, уральский, Дальний Восток, все эти регионы, нас погода не балует. И белый налив, это именно тот, который вот я сегодня откинула, не буду рано сеять, который позволяет нам посеять семена чуть позже, а получить урожай наравне с теми, которые мы сеяли рано, вот, ну, крупноплодные. Вот сейчас я буду сеять 6 февраля. Этот перец я убрала на посев во второй половине февраля. Он догонит, видите, там написано, куст маленький, 45 сантиметров. Естественно, он быстро сформирует куст, быстро сформирует плоды, и они быстро поспеют. У меня в прошлом году уже в июне, в июле, вот перец Венти такой же подобный, был спелый. Кого интересуют вот такие сорта, можете у меня видео прошлогоднее посмотреть. И действительно, там в середине лета, ну они у меня, правда, были в теплице, но все равно это очень-очень рано. Значит, в открытом грунте он тоже в конце июля уже был бы спелый. До свидания, с вами Ольга Чернова и вот этот скороспелый сорт перца «Белый налив».